Выдающиеся современные музыканты, скрипач Максим Федотов и пианистка Галина Петрова дали концерт во дворце Шабыт. Выступление прошло в рамках международного фестиваля, посвященного 15-летию Национального университета искусств. Федотов – единственный российский музыкант, который играл на самых знаменитых сценах мира и на обеих скрипках Паганини. Максим Федотов и Галина Петрова – один из самых удачных творческих союзов. Причем не только на сцене, но и в жизни. Они стали участниками фестиваля искусств, который собрал знаменитых музыкантов мира. Это общение друзей, общение коллег. И это очень важный момент. Не зря, в общем-то, камерное музицирование – это, я так думаю, высшая форма музицирование вообще. Европейская пресса присвоила Максиму Федотову титул русского Паганини. Он убежден в том, что скрипка – часть музыканта, часть его души. Играет на пределе возможностей и своих, и инструмента. От его утонченного и филигранного мастерства замирают в восторге слушатели. Чтобы не звучало со сцены дворца Шабыт в этот вечер, Чайковский, Римский-Корсаков, Шостакович – это было откровение. Рассказ о человеческой душе, счастливой и тоскующей, мятежной и умиротворенной. Федотов и Петрова – оба солисты. Играя на двух инструментах, они достигают не меньшего воздействия на аудиторию, чем знаменитые оркестры. Классика в приложении для двух инструментов звучит по-новому. Зрители никак не хотели их отпускать. После завершения программы концерта они выходили на сцену еще 5 раз и с удовольствием играли. Одно из произведений посвятили Айману Сахаджаевой, потому что с ним музыкантов связывает добрая дружба и совместное творчество. Евгений Калава, Баглан Жангозин, телеканал «Астана».